Хорошая новость для козелчан. В самом центре города открылась новая кофейня «Бодрый день». Вкусный кофе поможет зарядиться энергией по пути на работу или учебу. Кроме того, в честь открытия для гостей приготовили приятный сюрприз. В заведении действует акция при покупке одного стакана кофе, второй в подарок. Кофейня «Бодрый день» – здание бизнес-центра гостиницы «Кызыл». Акция действует до 16 сентября 2017 года.